Привет всем. Тестирую максимальную дистанцию полета. Дрон Snaptain SP600N. Значит, производитель у нас заявляет 500 метров FPV и, соответственно, связь с пультом. Вот посмотрим, насколько это соответствует. Погода, значит, минус 7. Летим сейчас по ветру. Скорость ветра 5-7 метров в секунду. Ну, смотрим, 150 метров отлетели, пока все четенько. Видео ускорено сейчас в два раза. По меню, по настройкам, вот видим, можно выставить возврат домой, высоту и дистанцию. Соответственно, 500 метров максимум. Ну, смотрим, 350 метров. Есть небольшие, конечно, рывки и задержки, но связь сохраняется. Все видно, управлять можно без проблем. Смотрим, что у нас. Чуть повыше его сейчас беру. Ну, до 500 метров включительно связь сохраняется. Без проблем. Вот видим, что все хорошо. Единственный момент, что вот на развороте связь пропала. Дрон полетел, ну, как бы по автовозврату назад. Я, чтобы ускорить процесс, выключил Wi-Fi, включил его заново. Зашел в приложение, ну и к этому времени дрон уже вернулся. Он по ветру очень быстро прилетел, там за минуту буквально. Вот. Ну, собственно, все полностью соответствует заявленным характеристикам. Так что вот такие вот дела. Все, спасибо за просмотр. Всем пока.